Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас воскресенье. Ну, еще так совпало, что сегодня день папы, и мы решили сегодня позавтракать у родителей. Муж готовит, пожарил колбаску, сейчас жарит детям яйцо. Вот. На завтрак у нас вот все, что мы приготовили, накрыли. Дай маме на синуля. А здесь шей Аслан. Ты игрушка, что ли, для Аслана? Ты кушаешь? Чем ты йогурт еди? Мужу йогурт еди. Вот. Чай нельзя? Чай надо упадать в руку. Ты что ешь? Hemen bıraktı. Ben video çekiyorum. Hemen bırakıyor. He? Öyle yapıyor. Поз верю, поз. Как я начала снимать, все, бросила. Принялась за свою позу. Я гуля. Любовь. Kaç tane dişin var senin oldun? Kaç tane dişin oldu senin? Bı. Hadi yürü artık. Orada yürü gel. İyi mi? Tamam mı? Orada yürü gel. Annenle yürüsün sen artık. Сегодня наша старшая девочка сдавала экзамены. Иншалла, все прошло хорошо, через несколько дней будет видно. И вот она сейчас пришла. Посмотрите, как за ней чекирует Захарашка. Это она так на нее смотрела. А, увидела телефон. Отрюё или отрюё, кендиси отрюмё. Бабушка говорит, сидит же где-то. Я говорю, так с помощью сидит, сама просто не сидит. Аслан занят, разобрал бабулин телефон. А бабуля и рада. Это мой бывший телефон. Достался бабуле по наследству. Ну, тебе сестренка пришла, да? Вот эти губы, когда ты оставишь в покое. То выпирала. Осторожно, мамина, только не упади, солнышко. Осторожно, мамина, бубочка моя. Да, рассказывай. Все, что ли? Ты все рассказала? Ой, маминю. Ладушки, будем делать ладушки. Ладушки. Где были у бабушки? Асланчик тоже идет ладушки делать. Ты будешь делать ладушки? Ладушки. Sana mı geldi? Al diyor, kucağını al diyor. Anca. Aslan, tık sistrem ki burası. Yok, bir şey paplar var mıydı? Ha? Pupsik. Pupsik. Да. Отрыт. Да, ей еще.
Солнышко, ты солнышко маленькое. Куда ползешь? Куда? А? Куда ты ползешь? Вот он. Ты взяла, да? Да. А? Эвет. Böyle yap bir. Aa evet normal şimdilik ya. Değil mi? Aslan. Aslan, ты что делаешь? Bir de 10 GB var, 45 lira. 15 GB 60. Ты барабанщик, что ли? Şey var. Ты массаж делаешь, да, папе? Сейчас старшая дочка делала папе массаж, и он увидел, конечно же, должен повторять. Как массаж описано? Молодец, Аслан, молодец. Умница. Молодец. Молодец. Да, какой ты молодец. Помощник. Вкусно, да, Аслан? Вкусно, да? Да. Очень вкусно. Ага. Зубки чешутся, да? Десны чешутся, точнее. Да, солнышко мамино. Да. Да, пупсик. Ты что там спрятался? М? Чтоб Ютуб не заблокировал, да? Мамину селфи-палку разобрал. Там она где-то была. Ты куда? Не надо выгибаться, не надо. Ты так хорошо сидела, так все было красиво. Нет, она перед камерой не может спокойно сидеть. И что ты будешь делать? А? А? Ага, давай, повернись и быстро на четвереньки встань. Давай, и давай раскачивайся. Ага, вот, правильно, да. Вот, ты видали? Вот так мы позируем. Да, ты молодец. Ты молодец, да. Умница мамина.
Мои хорошие, сегодня у нас понедельник, и сегодня у нас важный день. Ой, я не на ту сторону легла, надо было на ту сторону дивана лечь, и был бы хороший свет. Но ничего, уложила детей спать, сейчас без 10:11, дневное, утреннее время. Они проснулись в 8 утра, сихрашка вообще с 3 часов ночи меня мучила и просыпалась каждые 15-20 минут. В итоге мне пришлось ее забрать, потому что она будила периодически сынулю. Мне приходилось и его усыплять, и ее усыплять. Мне пришлось ее забрать из детской, и мы с ней легли вот здесь вот в бассейне. В спальню не могла забрать, потому что папа у нас вчера шмыгал ношем, да. Вот, и мы с ней в бассейне до 8 утра вот так вот. Периодически она засыпала, просыпалась. И в 8 утра она конкретно проснулась. Сынуля тоже. Вот, и вот сейчас вот недавно их уложила. Наконец-то умылась, проскрабировала лицо, нанесла кремики, лежу довольная. Работает стиральная машина и вытяжка. Слышу какой-то звук. Неужели кто-то из них проснулся? Нет. Готовлю компотик. И что? И все. Сегодня деткам ничего я готовить не буду. Сегодня они будут у меня кушать кашку. И вчера ночью я готовила супчик. И ночной супчик покушают сегодня. Так, я, конечно, стараюсь готовить все сразу свежее. Но так как ночью приготовила, будем кушать сегодня. Вот в обед проснуться, я их накормлю. Вот такие вот дела. Сегодня сынуля, что ли, проснулся? Ладно, пойду посмотрю. Всем пока, мои хорошие.